Международный день семьи позади, но сюрпризы не закончились. Сегодня в столичной ратуше многодетным семьям вручили ключи от квартир. Этого момента супруги Дайнаковы ждали 10 лет. Сегодня Анастасия и Евгения, а вместе с ними еще почти 20 семей, получили ключи от новых трехкомнатных квартир. Это подарок городской администрации. 70 квадратных метров собственности. Будущие новоселы уже привыкают к новой обстановке, обсуждают дизайн. Пространство после однокомнатной квартиры – это пространство. Есть разница. Эмоции переполняют просто. Не верили. Счастливы. До последнего, вот, когда уже ключи отдали, да, уже поверили. Счастливы. Всего для нуждающихся в улучшении жилищных условий в этом году в столице построят 15 домов или 120 тысяч квадратных метров. Социальные квартиры сдаются с полной отделкой, новоселам остается только перевести мебель и можно жить. Это новостройка в новом микрорайоне Каменная Горка, рядом школы и спортивный городок, что очень удобно для семей, в которых воспитывают много детей, а в некоторых и приемных.